Привет, друзья! Находимся мы с вами сегодня в Рязанской области. И, собственно, сегодня посмотрим вместе с вами заброшенную среднюю школу довольно-таки большого жилого села. В прошлом году я со товарищем приезжал, примерно ровно год назад. Вот, и, собственно, хотели тоже посмотреть. Она закрыта несколько лет назад. Но ее еще охраняли. И недавно мне написали, сказали, что охрану сняли. Вроде как продают за 10 миллионов школу эту. Вот, но покупателя, как мы видим, так и не нашлось. Что там писали, что хотели вроде пятерочку что ли здесь открыть. Но что-то как-то не сложилось, видимо. Вот. Наверняка уже за год, хотя, наверное, меньше даже, чем за год, как сняли охрану, я думаю, многое здесь уже раздербанили. Ну, смотри, тут притоптано, прикатано. Наверняка местные уже потихоньку разворовывают. Давайте, собственно, начнем осматривать саму школу. Как видите, она довольно-таки большая. Половина из сруба, половина кирпичная. А потом уже пройдемся, посмотрим спортивную площадку, склад, где было в прошлом году очень интересно. Множество лыж, коньков, различных снарях для спортивной и физической культуры, парты и все такое. В общем, как видите, до сих пор дверь заперта, одна из них, одну просто выломали. На входе нас встречают вот такие вот необычные для школы, я считаю, цветом парты. Видимо, был умывальник. Рака наверняка здесь стояла. И, собственно, смотрите, такие вот симпатичные довольно-таки картины. Другом даже я не могу и назвать. Это прям картины. Да, вот красками написано. Прям очень-очень хорошо, красиво. Ну, конечно, как видите, местные тут уже все раздербанили. Молодежь тоже наверняка постаралась. Такая вот картина. Ведь жалко, потом разломают ради забавы малышня, скорее всего. Вот видите, уже краской обрызгивали синий. Парт нету, как видите, батареи спилили уже на металл. Ну, мне написали, что парты вроде бы как в другую действующую школу вывезли отсюда, а также учебники и некоторое другое. Поэтому то, что довольно-таки пусто, не удивляйтесь. Несколько лет ее охраняли после закрытия. Вот, смотри, церковный календарь 2020. Видимо, вот здесь вот краски, я так понимаю, сторож и сидел. Судя по свежему календарю. И вот больше всего мне жалко в заброшенных местах это засохшие цветы. Ведь люди сажали их для красоты, или кто вот любитель комнатных растений. Ведь неужели после закрытия школы нельзя было их забрать домой к себе? Не знаю, или отдать кому-нибудь. Может, кому-нибудь хотелось бы цветы домашние, комнатные. Тем более, раз тут сторож был, он мог бы так прекрасно отдать бывшим учителям, не знаю, ученикам, в конце концов. Кружечки. Да, скорее всего, здесь вот сторож наверняка и сидел. Это вот, видите, служебное помещение. Здесь пусто. Школа, как вы поняли, довольно-таки большая. Ну, картины мне прям просто шикарные. Посмотрите. Все разбросали. Видите, замки новые.
Булат. Все поворвали, повыдирали. На окнах решетки. Так, это кабинет математики, я так понимаю. Вот математику уже затем учить следует, что она в порядок приведет Ломоносов. Все, все, все раздербанили. Эх. И как ведь быстро-то, а? Смотрите, картину. Просто весь коридор. Такая красота пропадает. Собственно, такой вот небольшой спортзал. Баскетбольная корзинка. Тут наверняка много чего интересного было. Ну, как мне Варенян не сказал, вывезли. Противогаз. Противогаз. Да, в двоечка размер. Ну, ведь согласитесь, хорошо, что вывезли мебель. Самое такое стоящее, что может пригодиться другим ученикам. Иначе бы большинство наверняка разломали парты просто ради забавы. Ну, какие-то остатки парт, стульев, плакаты. Шацк 450 лет. Это ж давно было. Вот Шацкий район. Еще смотрите, все в картинах. Европа с 1815 по 1849. Тут уже молодежь обозначилась своими надписями. Катушки с лентами в этот, в таком проигрывателе, как он называется-то, и что такое, Средневековый замок. А зачем так вот несколько листов в целлофан? Непонятненько. Непонятненько. Это еще какие картины. Фотографии. А, участие детской организации в праздновании Дня Победы. Трудовой десант. Здесь я там не пересвечиваю. Праздник «Широкая масленица». Лыжный поход по родному краю. И многие другие. Ой. Грамоты. Пустые. Умники и умницы. Глухов Сергей. Кирченкова Алина. Шаров Сергей. Многие другие. Видите, современная проводка, счетчик там, все современное. А что, школа-то совсем недавно фактически работала. Кабинет иностранного языка. И школа, видите, да, что она довольно-таки старая. Схема, план города, зоопарки, село. Смотрите, какая интересная картинка. Клуб, сельсовет, универмаг. Тут комбайн, как он, СК-2, что ли, который без кабинки. Вот, собственно, грабли тракторные, которые мне там все писали под одним видео. На речке вон дети купаются, рыбу ловят. Рыбу сразу в автомобиль грузит рыба. Тут на коне мальчик скачет. Парень, почтальон на велосипеде. Блин, интересное. Там что? А, вот тут еще что-то. Схема план города. Вот это мне прям больше всего понравилось. Интересная картинка. Правильная посадка во время занятий. Современный плакатик. Не советский.
партой. Видимо, тут начальный класс был, хотя, видите, там написано иностранные языка, но что-то больно низкие, смотрите. Что-то сантиметров 40, наверное, высотой парта. Совсем низкий. И вот снова засохший цветок. И подписано Хойя. Знаете, он даже туда, на чердак, проползал сквозь дозок. Так, здесь все у нас. Это мы посмотрели только малую часть. Смотрите, сколько различных плакатов, картин. При солнышке тепло, при матери добро. Добро. Прям очень-очень, мне прям нравится. Крепкую дружбу и водой не разольешь. Так, кабинет 4 класс. Ну, тут, в принципе, ничего интересного такого нету. Правила техники безопасности на уроках труда. Видимо, здесь, наверное, труды были классы. И 4-й, возможно. Не пером пишут, а умом. Ну, хотя бы стекла, как видите, не покололи, что хоть радует. Вот, собственно, 11 класс. Кабинет 11 класса. А, в этой школе, видимо, можно только посмотреть различные плакаты, картины. Все абсолютно пусто. Ну, многие просят снять, показать на видео заброшенные школы. А вот, собственно, видите, старая часть пошла из сруба. Вон там, видите, даже окно есть. Ну и тут и снова противогазов сколько. Ух. Вот, видите, заложен кирпичом изнутри. Это, значит, старая школа, это, наверное, в советские годы была пристроена. Смотрите, сколько противогазов. Ух. Фильтрами, сумками. Целая-целая куча. Здесь навалено. Вот эти. ПДФ-ша. Противогаз детский, школьный. Информация. Да, вот если бы мы в прошлом году бы здесь в итоге побывали, если бы не было бы сторожа, опасный выход, было бы, конечно, наверняка интереснее, потому что по окнам смотрели, были и парты во всех кабинетах. Ну, в общем, хорошая была сохранность. Была хорошая сохранность. Причем сторож даже ночью здесь ночевал, по крайней мере, в летний период, в теплый. Зимой не знаю. О, вот за такое я сидел в начальных классах. Только у нас они были зеленого цвета. Ну, кто смотрит это видео, наверняка большинство, судя по статистике, аналитике канала, что зрители у меня большая часть от 45 и старше. Ну, есть и... А, и вторая часть это от 25 вот до 45. Ну, их меньше, чем более взрослых. Вечная слава героям. Школьников там я вообще посмотрел, мне 0,8% всего зрителей на канале. 6 класс. Классный руководитель Серова. Видите, часть только парт. Видимо, как только всю мебель и может быть что-то другое, может те же самые козлы со спортзала и много вот всякой с кабинета физики, химии, различные такие вот приборы и все остальное вывезли. Может быть в одну какую-то школу, может быть в несколько школ развезли. И уже после этого, собственно, охрану сняли. Я понимаю, что так. Потому что, видите, мы урон год назад были.
Здесь была полная сохранность. Ну, сторож здесь сутки находился. Диванчик. Необычно в школе видеть диванчик в кабинете. Календар. Не мешить с золотом, так бей молотом. Вот я люблю эти советские лозунги. Название школы перевернуто, висит. Сюда зачем-то принесли. Так, плакатики с различными животными. Дотра, нутрия, бобер, обезьяны, приматы. Ой. Где какие выращивают культуры в мире. Вот, собственно, уже без жидкости. Внутреннее строение без зубки. Как мне нравился этот предмет биологии. У меня же в нем была шептерка. Как, собственно, по географии. Мозг, головной разряд базальных ядер. А чей? 60 какого-то года. Ну-ка, что там еще у нас есть? Снова 77 года. Головной мозг, разрез. Такое, что такое? Это что такое? А, это половина головы, что ли? Так понимаю, череп, внутренности. Да? Нет? А, ваша бумажка. Ухо, упрощенное, разборное, увеличенное в 3 раза модель. А, это чисто ухо. Человеческое ухо. Колбочки различные. Здесь череп какой-то птички. Смотрите. Весь он в цифрах. С клювом. Похож на грача. Или что-то наподобие. Так, что у нас тут еще интересное? Есть или нет? Это что такое? Саранка даурская. Вот она. Так это земляник, клубник. Цветок какой-то. Тут прям склад. Ух ты, смотрите, сколько всего. Энергопроизводственные циклы. Комплект условных знаков на магнитной основе для подвижных таблиц. А, без бумажки. Я тому прочу. Интересно. Их. На место положим, как было. Лицо гориллы. Различные камни. Жуки, остатки, вернее, от них уже. Гусеницы, куколки, поврежденные гусеницы. Листья, это что такое? Обычный комар и малярийный комар. Малярийного получается с длинной-длинной лапки. Так что ли? У нас-то вроде бы как, слава богу, нету. О! Рак, краб, водяной скорпион. Раковый прям вообще махонький. Видал побольше. О, примеры защитных представлений у животных. Морской еж, улитки, многие другие. Тут чего только нету. Или они пустые. Камни снова. Гербарий вредных ядовитых растений. Пусто. Так, с жидкостью.
Органы пищеварения виноградной улитки. Да. Какая-то лейка, что ли. Что у нас тут? Клевер луговой, засушенный. И многие другие. Тут ведь целых стопа различных сушеных растений. Здесь снова камни различные. Вот жуки, майский, плавунец, скоробей и многие другие лапкихи. Снова камушки различные. Ну, тут уже хотя бы хоть что-то есть в этом кабинете. Классе. Кабинет химии. Да, беспорядок здесь, конечно, конкретно навели. Какое-то масло моторное, что ли, разлили. Все утоптали, кто-то наступил. И все раздербанено. Снова камни какие-то, различные виды породы. Горные породы. Коллекция пластмасс, хотя здесь что-то другое, какие-то порошки в колбочках, понятные. Да уж, да уж. Все раздербанили, вот окно вообще, все разбили, полностью без стекла. Стол он подставлен. Здесь, видимо, залазили школьники. Так, ну если у них большое село, закрыли среднюю школу. Значит, что они теперь в Шацк, наверное, ездят каждый день школьным автобусом в школу. А что тут рядом, недалеко, в принципе. Наверняка поэтому закрыли. Наверное, учеников не так много было. Либо и требовался ремонт, который... Возможно, нужен был этой школе. Горелочки. Помню, помню такое. И либо средства не выделялись. Возможно, ремонт. Либо решили сэкономить, просто оптимизировав, закрыв школу. А что скажет? Город недалеко. На автобусе повозим. Возможно так, может быть я ошибаюсь. Если кто-то вдруг местный смотрит, тогда напишите в комментариях причину истинного закрытия. Может быть школьников было мало, что я думаю вряд ли, потому что село очень-очень большое. С действующей церковью. Такой вот мальчик в советской еще, видите, форме школьной. Противогазы снова. Полочки ведь самодельные. Теперь вот цветы на них стояли. Солнечные зайчики. Вот, собственно, еще фотографии здесь. Вот, собственно, тот вход, где мы заходили в школу. Давыдова Елена. Здесь там более-менее нормально видно. Это в лагере. Причем в этой... Как она? Я видео о нем снимал, я, по-моему, это он. Не помню, как он называется, тоже здесь, в Шацком районе. Ух ты! Их! Физика, так понимаю, да? Кабинет физики. На мой взгляд, самое интересное в школе – это кабинет физики, кабинет химии и биологии. Ну, конечно, у нас все гирьки потырили. Не знаю, зачем только детям эти гирьки играть, если только не знаю больше, зачем они нужны такие. Все раздербанено.
просто в хлам. Гальванометр школьный. Смотрите, дата изготовления 1966. Раритет. Вот зачем вот даже вот у них стекла побили? Вот у всех. Ну зачем, вот спрашивается. Понимаю, дети, ну, немножко-то надо. Сами поняли, чего. Это что такое тяжелое? Обороты. Учебные. 220 вольт. М1032 чего-то. Кто, в общем, знает, пишите, для чего эта штука. Что-то с электричеством мерить, что-то. Я уже не помню. Может быть, у нас не было такого в школе. Ха-ха-ха-ха. Да, видя все это, прям печаль-печаль. Очень печально. Еще печальней то, что не удалось снять на видео, посетить, посмотреть эту школу, когда была полная сохранность. К большому сожалению. А вот там же жилые дома совсем рядышком. Ну что, давайте посмотрим школьную площадку. Все заросло, соответственно, травой. В прошлом году здесь большая часть территории окашивалась сторожем, кроме площадки. Смотрите, вся краска облезла. Смотрится это прям эпично. Котельная. Видите, газом отапливалась эта школа. Ой, газовые трубы желтые подходят. Видите, примята. Видимо, молодежь приходит позаниматься на турничках. Блин, а как нам было так вот согнуть такую толстую? Они же толстостенные, эти трубы. Смотрите, ух ты. Это как так их согнули-то? Они же толстые. Да уж. Дела. Да, вот как вот печально. Видите, вот такую вот картину. Уже кое-где разбитыми окнами, выбившими дверями школа. Площадка спортивная. Вся заросшая, как и территория, собственно, школы. Турники, брусья, рукоходы и многое другое. Все облезло, все ржавое. Краска отваливается. Смотрится это прям... Эх, с одной стороны очень печально, но и с другой стороны же как-то атмосферно, эпично, постапокалиптически. Натоптана тропиночка. Народ, видимо, сюда захаживает. Вот мы в прошлом году заходили вот в это вот помещение. Здесь огромное количество лыж стояло. Было не заперто, замок просто был так навешен. Ну, да, лыжи часть поворовали, позабирали, может быть, увезли в другую школу, не знаю. Тут довольно-таки хорошие были лыжи. Вот старые лыжные ботинки советские. Дубовые. О-о-о. От Козла. Мякушка без ног. Вот здесь вот все было в лыжах, вот так вот заставлено. Вот их малая только часть осталась. Это старые все, не видите? Какие-то поломанные уже. Да, это вот эти остались именно поломанные. Еще советские. Мариэл. Мариэл. Фига себе. Смотрите, они все мариэльские. Лыжи. Республика Мариэл. Бывал там. Макет ударно-спускового механизма АКМ. Тут все за
крыня уже. Это же современный ботинок. Это же обычный стандартный ГП-5. Маски противогазные. Фильтр какой-то. А, это не фильтр. Я думаю, это фильтр. Какая-то железячка. Не знаю, на скидке килограмм 4, наверное, вот такая маленькая штуковина. Просто тяжеленная такая. Старый мяч, порванный. Советская грамота. Рязанский облком выкладывал СМЭ. Команда ДД, занявшая первое место в областных соревнованиях по боевому развертыванию. 75-й год. Вот это вот старая-старая грамота. Вот, а те двери были в прошлом году все на замке. Сейчас, как видите, уже все открыто. Соответственно. О, порог, ступеньки порог занили уже. Это различные склады. Так, а вот этот бадья. Как термос. Большой советский. Кто знает, пишите. Подо что это такое? Трипенопласт. Так. Футбольные ботинки. Смотрите, какие шипы. Металлические. О, какие. О, какие. Вот поменьше. И шипы немного другие. Да. Чуть пораньше бы. Это вот где труды проходили. А я думал, где же кабинет трудов-то у них? А он, оказывается, здесь. В этом здании кабинет трудов и, собственно, склады также. Ну, тут уже эти столы верстаковые, обычные парты стоят, диванчик снова, уголок краеведа. Дела. Ух ты, вот это да. Смотрите, ткацкий станок. Немного уже разобран в состоянии. Бердо. Смотрите, какая целая стопа здесь. Так, а вот это что? Кто знает? Пишите обязательно в комментариях. Вот сюда бердо вставлялось. Это все дело вставлялось. Сам попробую показать. Открывайся. Что ты? Что-то не хочет открываться. В общем, это вот открывалось. И вот туда вставлялось бердо. Но здесь что-то не такой размер. Ткацкий станок. Ткацкий станок. О, какое зеркало, смотрите. Необычное. Смотрите, какой оно. Необычно. Причем это старое-старое вообще зеркало. Это еще покрытие нанесено. Вот это, как она, цинковый, или как она там называлась-то. Вот такой вот. С красной шапочкой. Большой ковер. Даже цепить-то не за что. Старая, смотрите, кровать. Это как школьный музей. Да-да-да, это школьный музей. Вот энтография. Сито старое, самодельное. Уже дырявое. Я так понимаю, под обувь изготавливать. Не помню, как называется. Смотрите, здесь самовар был, утюг, часы, ходики, замок без мен, ножницы для стрижки овец, чугун, горшок, фонарь,
Чапля. Сковорода керосина, рубель. Патефон. Вот, смотрите, красный угол. Там с иконами здесь были, наверное, старыми. Может быть, даже писанными. И вот, видите, подписана одежда. Головные уборы, обувь. Надеюсь, это забрали, не разломали ничего. Барабан. Надеюсь. А, вот это от прялки. От прялки деталь. Вот вам, пожалуйста, был школьный музей. Родного края. Вот еще тоже ткацкого. А в пакетиках какие-то семена. Семена цветов. И растений. Прикладное искусство Ялтунова. О, 2009 учебный год. Фотографии. Двух мальчиков какого-то с этого родника. О, тут огромное количество. Поездка в Рязань. Вот еще одна фотография. А вот, собственно, и в спортзале этой школы. Дети. В пятом классе. Снова в спортзале, Новый год. Конкурс новогодних рисунков 2006-2007. Тоже в спортзале. И там проходили. 65 лет Победы посвящают. 2010-й юбилейный, 65 лет Великой Победы. Эх, фотографий сколько, только посмотрите. Какие-то сочинения или что, я не знаю. Вот различные конкурсы в спортзале на матах. Дети проползают. Не знаю, сколько видно. Под стульями. В классе. Короче, здесь огромное-огромное количество фотографий. А вот вам и школьный музей. А, это макет якобы русской печи. Вот такая, друзья, школа. Не знаю, в принципе, довольно-таки интересненько, хоть и мало чего осталось. Свидетельство о 8-летнем образовании 77-го года выдано. Одни четверки в основном. Панюшкиной Ирине Петровне выдано. Родившейся в 61-м году. О, да здесь их, смотрите, это сразу не обрати внимания, их тут полным-полно. Четверки, пятерки, 73-го, 77-го. Тут уже одни тройки. Горбунова Николая Владимировича, 57-го года рождения, 73-м выдано. 77-го года. Да. В общем, друзья. А, мы еще туда не сходили. Мы еще вот сюда не зашли. Тут склады, я вижу, там тоже парты, окна и что-то еще. Давайте еще вот сюда сходим. Последние. А что, все у меня? Фонарик сел. Эх. Сел фонарик. Ага. Ага. Смотрите, окошко. А, это столовая, что ли? Школьная столовая. Вот где, собственно, обедали дети. А здесь, смотрите, водяной счетчик. 2018 год. Ж не так и давно. Что-то непонятно, но это не кухня, не столовая.
Непонятно. Первая ванная, вторая ванная. Инструкция по мытью посуды инвентаря. Непонятно, непонятно. Чего? Витаминизация третьих и сладких блюд. Компот, чай. В общем, пишите, друзья, в комментариях, что вы вообще думаете. Ну, похоже все-таки, что на столовую, потому что, видите, и окошко такое, и там помещение. Очень много, видите, ламп, светильников было. Мне кажется, это столовая. Просто здесь еду, наверное, не готовили. Как обычно в школах, кипяточек согрели там. И там уж яблички нету. На кухне-то не похоже. Ну, наверняка привозили еду. Здесь просто, наверное, разогревали. Или мыли. Ну, как вот у нас лично, в нашей школе была просто техничка. У нее чайник, она звонила звонок. И чайник, собственно, ну, такой большой у нее, даже не чайник, как назвать там. Чан такой. В общем, кипяточек она грела. Большой перемене все. Смотрите, газовый счетчик. Видите, газ все подходил. Никогда уже перед тем, как перед школой где-то, наверное, перекрыли вентиль, чтобы все не поступало. И все. А, вот план, схема. Кухня, зал, склад, служебное помещение. Ну, так вот. Вот, собственно, где входили. Да, вот, собственно, столовый вход. Где покушали, где кушали дети. Вот даже написано. Приятного аппетита. Так. А здесь, походу, магазинчик, что ли, был? Что такое? А, да нет. Вон бокалы. Бокалы, часы старые, янтарь. Янтарь, ух, тяжелый. Советский, похоже. Бокальчики. Склад. В общем, друзья, такая вот школа. Пути уже много раздербанили. Партов нету, мебели, собственно, и много чего другого. Но все равно, я считаю, довольно-таки интересненько. Тем более, видите, старинные, из сруба. Как вот это вот здание, так и сама школа. Ну, вернее, большая часть. Кирпичная тоже после, видимо, в советские годы пристроили, расширили школу. Где-нибудь в 60-х, 70-х чаще всего это происходило. Вот. В общем, друзья, если вам было хоть чуточку интересно вместе со мной прогуляться, посмотреть, обязательно пальчик вверх поставьте. Вот. Подписывайтесь на канал, кто смотрит впервые. Включайте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о выходе новых моих видео. Вот. Ну и спасибо за просмотр, за вашу активность. Всем, друзья, огромной удачи. И пока-пока. Встретимся с вами в следующих заброшенных и покинутых местах.